Мы сейчас находимся в мистическом месте, где группа археологов ищет потерянное золото гуннов. Вот. Как видите, археологи очень аккуратно разгребают породу экскаватором, руками, ищут потерянное золото гуннов. Ребята все с образованием закончили археологический институт. Каждый по своей специальности проработал немало лет. Все с тяпками, все там с граблями, или как у них приблуды эти называются, я не знаю. Но в золоте разбираются хорошо, так что золото гуннов от них не уйдет. Возможно, по этим местностям проходил передовой отряд гуннов. И а вот как написано в исторических летописях, где-то потеряли они свое золото. Возможно, золото вот в этой мазуте. Вот кто будет внырять в эту мазуту, а еще ребята не определили. Или оборудование просто не подвезли. Ну, наверное, заныривать будут. Пока ребята вот нарыли только какой-то металл. Ну, куча довольно-таки приличная. Если уж не золото, то хоть металл. Хоть металл. Металл нынче в цене. Ну, что у нас? Золото, нет. Борода. А сейчас... Сразу видно, что здесь шел передовой отряд гуннов. Крепко пили мужики. Ну, понятное дело, у нас тут зимой не забалуешь. Температура и до 30 бывает, до минус 30. То есть передовой отряд как мог, так и согревался. Ну что, археолог Вован, будет сегодня золото гуннов? Обязательно. На сколько рублей? Золото гуннов сегодня будет нарыто. Уже нарыто, ёпта. Уже нарыто? Да. Но вы ж не будете стоять на одном месте. Ну, продолжите поиски. Ну, чуть-чуть, да. Мы где-то рядом. Ну, я так понимаю, золото гуннов от вас не уйдет. Никуда абсолютно.
А вы на каком факультете учились по археологии? В МГУ. В МГУ, а там есть такой факультет. Там есть все. Там есть все.